Ну, ничего себе.
Видишь, корабли-то получше, что ли? Прокатиться на корабле. Девчонка, пойдете, мы стали программу.
Танцевальная программа, пойдете? На теплоход, приглашаем прокатиться на корабле. Зачем интересно на корабле танцевальная программа? Это более дикий. Да. Танцевать можно или на корабле? На корабле нужно смотреть на воду, а не танцевать. Я, конечно, не знаю, может, кому-то интересно танцевать на корабле. Но я как-то не очень это понимаю. Танцевать можно и без корабля вообще-то. Огромная у меня видео получилось. Ну, зато целый закат. Целый закат на парящем мосту. Уж извиняюсь, конечно. Наверное, очень долго, но я не смогла все это сократить. Видео, наверное, тоже урезать не буду. Тот, кто хочет побыстрее, может прокручивать, проматывать. Ну, потому что, конечно, это было нечто. Ой, как пахнет сосенками. Сосенками. Иду я к выходу, но иду я вот по этим балкончикам. Такие балкончики красивые. К выходу. Там тоже еще один балкончик. Вот я сейчас перед тем, как сюда свернула, я шла вот по тому балкончику, который сзади меня сейчас видно. Сейчас я иду уже последующему. Солнце еще не село до конца. Я уже пошла, потому что сейчас оно сядет и станет темнеть быстро. Поэтому я так подумала, надо быстренько еще дойти, пока не очень темно. Еще посмотреть по дороге что-нибудь интересное, красивое. Неописуемая красота. Сейчас покажу про Лариса Спасителя. Отсюда хорошо видно. Я сейчас на учебном. Ну,
Вот людей пока нет. Москва большой деревня. Москва большой деревня. Большой деревня. Большой деревня. Парк Зарядье. На работе еще сидишь? Пойдем подождать, пока люди спокойно. Большой деревня, большой, большой, самый большой деревня, самый большой. Время рассчитал, как раз я успела выйти из парка, как раз солнышко до конца село. Ух ты, шиповник. Да, сейчас отсюда его. Да, Максиму нельзя. Дети — это люди. По лавочкам скакать. Это котёнок, ладно? Я, конечно, наверное, сделала. Может быть, два видео посмотрю. Может быть, оставлю такое большое. Одно видео будет большое. Летающая тарелка. Кто желает? Летающая тарелка. Я и думаю, что он сразу.
выйду гулять. Термочек. Может пойти дождик. Кстати, сегодня обещали дождик. Сильный вчера был ливень, сегодня обещали. Привет, хотела сказать. Всем пока, всех люблю и целую. До новых встреч. Я быстренько. Убегаю. Я проверю, потому что ты же бабушка, я уже устроился.